Первый канал и компания «Телеформат» представляют. В обеденный перерыв детектив Алексей Насонов заехал за фруктами на городской рынок. Надо же так запарковаться, места ему что ли мало? Умирая нагородняя. Ой, я вас умоляю, помогите, а пожалуйста, помогите. На него всем наплевать. Понимаете, люди бессердечные думают, что если попрошайка, то значит не человек. А я вижу, вы человек порядочный. Помогите мне, пожалуйста. Да я-то порядочный, вы объясните, что случилось. Да там у входа попрошайку. Ой, господи, человека убили. Помогите, пожалуйста. Ну, с этого надо было начинать, показывайте. Там. Ой. Господи, сидел ведь, никого не трогал. Убили, убили. Дело дня, господи, на глазах у всех. Успокойтесь, не убили, живой он. Пульс есть, хоть и слабый. Как? Господи, слава богу. Алло, скорая? Мужчина, травма головы. Ну, лет 30, это вход на центральный рынок. Да, ждем на месте. Повезло, что он такой крепкий. Другой от такого удара мог бы умереть. Голову-то ему, походу, проломили. А как вы думаете, кто это его? Ну, я-то откуда знаю. Может быть, конкуренту, может, просто не понравился кому. Но если с ним все будет в порядке, вы можете считать, что вы ему жизнь спасли. Да уж. Вы знаете, я здесь на рынке работаю, фруктами и овощами торгую. И дня 4 тому назад я как бы его приметила. Он очень-то моего сына похож. Его год назад в драке убили. Соболезную вам, вы не плачьте. Мы, кстати, так не познакомились. Меня Алексей зовут. Ирина Тарасова. Ну, так вы знаете, а вчера похолодало. Я ему решила перчатки теплые, почти новые, принести. От Андрюши остались. А после работы прибежала его проведать, а он здесь лежит. Ну, как же я могла его в этой беде оставить? Ну, вот и все. Будем считать, что дело закрыто. Я открою. Похоже, новый клиент. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина, познакомьтесь. Помните, я вам рассказывал, как я на рынок за фруктами сходил? Вот Ирина спасла жизнь попрошайке. А это мои помощники. Что вас к нам привело? Тот же попрошайка и привел. Присаживайтесь. Еще с ним что-то случилось? Нет, что вы. Вы знаете, его с рынка сразу отвезли в больницу. Оказали первую помощь. Посоветовали постельный режим, но вот в палату-то не взяли, потому что у него паспорта нет, у него нет полиса. Ирина, только не говорите, что он сейчас у вас дома. Да. Я его взяла к себе. Отмыла, почистила, приодела. Вы знаете, он совсем другой человек стал, он умный. Ой, так на моего Андрюшу, царство небесное, похож. Даже привязалась к нему как-то. Но вы знаете, мне очень в Артеме что-то беспокоит. Что именно? Понимаете, он ничего про себя не рассказывает. Когда я его начинаю расспрашивать, молчит, как партизан. Сказал только одно, что зовут его Артем. А откуда он? Как он вот до этой жизни докатился? Молчит. Говорит, что голова болит и сразу спать уходит. Вы знаете, я чувствую, что Артем бомж или нищий, как вы там хотите, он необычный. Ну а почему именно вы так решили? А вы знаете, здесь несколько моментов. Вот хотя бы вчера мы сели ужинать. Артем, вот я тебе на рынке мясо купила. В магазине такого не найдешь. Давненько ты, наверное, уж отбивной не кушал, да? Давненько. А можно нож? Нож? Ой, конечно. Держи. Ну, приятного аппетита тебе. Да уж, не думал, что наши бомжи настолько культурны, что пользуются и ножом, и вилкой.
Ну, мало ли что в жизни бывает, это еще не повод. Нет, повод. Повод. Вот говорю я вам, что это он странный, странный какой-то. Я вас умоляю, помогите мне. Помогите мне узнать, откуда он, где его семья, как он сюда попал. Сердцем чувствую, что вот какая-то здесь загадка. А, ну что, нашли того, кто напал на попрошайку? Нет, Алексея его даже не искали. Как? Ну вот, даже дело не стали возбуждать, потому что Артем сказал, что он подскользнулся и упал. А менты обрадовались и тут же уехали. Подождите, я же видел, вот так нельзя упасть. Что-то не договаривает ваш попрошайка. Проходите, Алексей. Ну вот, знакомьтесь. Это Артем. А это Алексей. Ну, располагайтесь. А я пойду что-нибудь кушать приготовлю. Ницше читаете? Перечитываю. А вы кто? Я друг Ирины, она очень сильно переживает за вас. Удивительная женщина. Приютите себя, чёрт знает кого. В этом-то вся и проблема, она ничего о вас не знает. Я попрошайка, бомж. Чего рассказывать? С вами все в порядке? Да, спазм просто сейчас пройдет. Какая у вас интересная татуировка. Вы служили? Я ничего не помню. Мне ведь по голове ударили. Я помочь вам хочу. Вы можете мне доверять? В этой жизни никому нельзя доверять. Я неважно себя чувствую. Уходите, пожалуйста. О, Алексей Викторович, уже вернулись? Ну и как вам попрошайка? На контакт идти не хочет. Ну и что, выходит, зря съездили? Да нет, не совсем. Ну-ка дай-ка. У Артема на руке очень любопытная татуировка. Примерно вот такая. Получается, что служил он в ВДВ в Черногорске в 93-95 годах. А это 2 часа езды от нас. Прикольная наколка. Так, а что значит 72D, 121P, 8B и 3R? Может, это шифр какой-то? Да, любой, кто служил, тебе этот шифр разгадает. 72-я дивизия, 121-й полк, 8-й батальон, 3-я рота. Вот туда-то ты, Наташ, завтра отправишься. В квартире у Ирины я установил камеру, распечатаешь фотографию Артема. Покажешь там, возможно, его кто-то опознает. А почему я, а не Рома? Все-таки армия, мужское дело. Для Ромы у меня есть более экстремальное задание. Пойдем. Здорово, Рателло. Как работает? А ты какого надо? Конкурент, что ли? А ну иди отсюда. Это моя территория. Да брось ты, какой конкурент? Я? Можно сказать, гость. Увидел тебя, подумал. Дай угощу хорошего человека. А, ну. Так это совсем другой расклад. Мы гостям всегда рады. Особенно, если не с пустыми руками. Погодь немножко. Сейчас закусочку организуем. У нас тут, так сказать, все под рукой. Ну, что, за знакомство, что ли? Твое здоровье. Оно тебе пригодится. Не, я после первого не закусываю. Слушай, я слышал, у вас тут попрошайку какого-то мочканули, вроде вчера, да? Да, было дело. Я тебе так скажу. Нехрен чужое место занимать. Это в каком смысле? Ну, попрошайка это. Серегина место занял. Что за фигня? Алло, уважаемый. А ты сейчас там не заблудился? Это моя точка. Я сейчас забираю деньги, а ты валишь отсюда по-хорошему, да? Ну, как ему надо, здесь сообщил. Спокойно. За место заплачено. Так что иди отсюда. Пока я не стал инвалидом, не только по зрению. Ты чё, козёл? Ну все, сам напросился. Ой!
Иди отсюда! Ты знаешь, Кольца, я тебя встретил! Берем черепушку, которая у тебя козлина! А и этот, которого вольнули, он не нашим таки был. Он здесь всего 4 дня отработал. Откуда он тут нарисовался-то? Нахрен его. Шутер Иваныч идет. Ну ты что, прохлаждаешься? Я что ли за тебя буду по мусоркам шарить? А? Работай давай! Виктор Иванович, уже работаю. А ты кто такой? Кореш что ли твой? Я первый раз вижу, Виктор Иванович. У нас твоей мраги хватает. Зачем нам другая? Тебе что, ребра посчитать что? Вали отсюда, чтобы я тебя не видел здесь больше. Понял, нет? По просьбе продавщицы овощного ларька Ирины Тарасовой, детектив Алексей Насонов пытается выяснить прошлое рыночного попрошайки, на которого напали неизвестные на городском рынке. Помощник детектива Роман под видом бомжа отправляется на рынок. Оф. Ну и контингент, я вам скажу. Чувствую себя как аквалангист, который побывал на самом дне, а сейчас поднялся на поверхность. Интересная аллегория. Значит, ты считаешь, что слепой треснул нашего попрошайку? Ну, похоже на то. Да весь рынок слышал, как этот Серега ему угрожал. Ну, значит, надо найти его и поговорить с ним по душам. О, Алексей Викторович, я пас. Хватит с меня этих погружений в среду. Вот. Ладно, сиди грейся. Сам поговорю с этим Серегой. Люди добрые! Подайте то, сколько может, пожалуйста, инвалиду по зрению. Мне на операцию надо. Привет, ты Серега? Ну я, а что надо? Ну, вот здесь неделю назад на твоем месте сидел попрошайка. И ходят слухи, что это ты ему голову проломил. Брехня. Не знаю никого попрошайку. А ты что интересуешься? Мент, что ли? Да не совсем. Я частный детектив. А ну вали отсюда, частный детектив. Я на твои вопросы отвечать не обязан. Сейчас позвоню, кому надо, тебе такого зададут здесь. Слушай, какие перчатки у тебя классные, а? Классные. Фирма. А сколько за них хочешь? 2000. Давай 1000 и по рукам. Лады. Вечером того же дня Насонов пригласил Ирину в офис, чтобы та опознала перчатки. Да, это они. На них следы крови. Я полагаю, что это кровь Артема. Кстати, он ничего про себя больше не рассказал? Нет, молчит по-прежнему. Вот, узнаете? Да, это Артем. Да, это наш попрошайка. Это Артем Сильверстов, а это его лучший друг Олег Данилов. Я была в Черногорске и общалась с полковником, под чьим начальством они служили. А эту фотографию они отправили ему год назад. Ну а как тебе удалось ее добыть? Очень просто. Я представила журналисткой и сказала, что пишу статью о героях-десантниках. Так значит, наш нищий... Ой, Артем, герой? Да, он воевал, а в 95-м году вынес своего друга, раненого Олега, из-под обстрела и тащил на своей спине несколько километров. Вот так. Ну и как он стал бомжом? Не знаю. Артем из Крестовска, а Олег, кстати, из нашего города. Ну, значит так, Ром. Тогда завтра мы с тобой снова общаемся с Серегой. Наташа, а ты собери информацию на Артема. Теперь мы знаем его фамилию. Ты что делаешь? На следующий день Алексей Викторович и Роман снова приехали на рынок, чтобы поговорить с Серегой. Ты мне порассуждай тут еще. Из тебя такой же слепой, как из меня, не мой. Ну, здравствуй, Серега. Опять ты? Че беспределишь? Я сейчас ментам позвоню. Да зачем вам звонить? Мы сейчас тебя сами к ним отвезем. Отсидишь срок за убийство лет 15. Ну, если повезет, может быть, 10. И вернешься на рынок. Ты что на меня вешаешь? Какое убийство? А вот эти перчатки, которые я у тебя вчера купил, ты с попрошайки снял. Их опознала продавщица овощной палатки. Это она ему подарила. Ничего не снимал. Я их у него купил. Врешь. На них следы крови. Значит, снял ты их с попрошайки уже после того, как проломил голову. Слушай, хватит отпираться. Ты угрожал ему. Если дословно, грозился пробить голову. И этому есть свидетели. Ну да, угрожал, но не бил.
Тогда давай, рассказывай все по порядку. Что ты делал после того, как этот парень тебя отпустил? Я... Ивановичу пошел жаловаться. Виктор Иванович, здравствуйте. Я вас по всему рынку бегаю ищу. Что случилось, слепой? Там какой-то фраер мое место занял. Я его прогнать хотел, так он меня еще навешал. И еще и прогнал меня. Понимаете, вы ему расскажете, что к чему? Пиши. За того человека заплачен до конца недели. Он посидит на твоем месте. И потом свалит. То есть как это? А мне что делать? Слушай, а считай, что ты в отпуске. Съезди на Канары, отдохни. За год ты, наверное, заработал. А может мне на выходе посидеть? Там вроде было свободное местечко. Не получится на выходе. Там сидит приятель того, человечка. Тоже до конца недели. А если ты вот пойдешь туда к ним, он приятель того, что на входе. Они тебе оба наваляют. Значит, это Иваныч привел на рынок Артема. И приятеля тоже. А как тебе перчатки попали? Приятель у меня есть, грузчиком на мясных рядах работает. Я ему две бутылки поставил. Ну, чтобы он фраера этого положил, ну... То есть это не ты ему голову пробил, а грузчик, да? Да нет, ну мы когда с ним пришли, он уже с пробитым куполом лежал. Зря только две бутылки поставил. Вот, ну я у него все мелочь выгреб из коробки. И перчатки снял. Они теплые, новые, зачем они ему на том свете? Ладно, вылезай, пойдем. Куда? Показания твои проверять, грузчику. Грузчик подтвердил детективам слова Сереги. Ну что будем делать? Ну с Ивановичем надо поговорить. Раз без уведома на рынке еще не происходит. Может, про Артема что расскажет? А вон он, мне кажется, наш Иваныч. С нашим старым знакомым. И, по-моему, он на нас жалуется. Передайте ваши документы. А простите, с кем имею честь? Старший лейтенант Семагин Виктор Иванович. Очень приятно. Моя фамилия Насонов, я частный детектив. Зовут Алексей Викторович. А это вот мой помощник. Ну и что мы здесь вынюхиваем на моей территории? А на вашей территории совершено покушение на убийство. Человеку голову поломили. А у нас есть информация, что этого человека вместе с его приятелем на рынок привели вы. Слышь, детектив, я попрошайками не занимаюсь. Я здесь порядок охраняю. Если ты здесь будешь гражданам работу делать мешать, я и тебя, и твоего помощника упеку в обезьянник. Ясно? Ну и вам не хворать. Тем временем Наташа занималась поисками информации об Артеме Селиверстове. Ух ты, ничего себе. Артем Селиверстов – самый успешный бизнесмен Крестовска в 2009 году. Алексей Викторович, оказывается, Артем Селиверстов – крупный бизнесмен. У него сеть строительных магазинов, своя гостиница и еще куча всего. Нет, ошибки быть не может. Тут фотография выложена. Наташ, ну, значит, план такой. Мы сейчас с Ромой едем в Крестовск. У меня там знакомый работает в местном ОВД, думаю, он нам поможет. А ты давай к Артему. Ну и поговори с ним с учетом новой информации. Мы уже много о нем знаем, может быть, он перестанет играть в молчанку. Все, давай. Что-то случилось? Наш попрошайка на самом деле оказывается миллионер. Да ну, а как же он тогда оказался на нашем рынке? Не знаю, пристегивайся давай. Наташа звонила. Говорит, Артем не стал с ней разговаривать. Сказал, что ему плохо, и отвернулся к стенке. Продолжает капризничать. А у меня есть новости. Узнали адрес Артема? Да, и не только. 3 дня назад на розыск Артема подали заявление. Разыскивается Артем Селиверстов, 76-го года рождения, приметы, Черногорск. А кто подал заявление? Некая Анна Лысак. Я думаю, с ней надо поговорить. Поехали. Детектив Алексей Насонов пытается установить личность рыночного попрошайки Артема, на которого напали неизвестные на городском рынке. Выясняется, что Артем на самом деле успешный бизнесмен и проживает в соседнем городе Крестовске. Детективы отправляются в Крестовск. Понимаете, Артем неделю назад уехал в командировку. Я ему звоню, а он не отвечает. Я стала волноваться, связалась с Олегом. А он сказал, что никакой командировки у Артема нет. А Олег это кто? Данилов, начальник службы безопасности в компании Артема. Олег Данилов, так же, кажется, звали сослуживца Артема. Ну это он и есть. После армии Артем занялся бизнесом, а Олег тогда работал у себя в городе, в милиции. Когда Артем раскрутился, он пригласил Олега к себе. А вы почему Артемом интересуетесь? Вы что, знаете, где он? Да, мы знаем, где Артем, но пока сказать этого не можем. Это в целях его же безопасности.
Значит, с ним все в порядке? Артем ранен, но он в заботливых руках и быстро идет на поправку. Слава богу. Вы не представляете, как я переживала. Места себе не находила. Все морги обзвонила. Вы сказали, в заботливых руках. Он что, у женщины? Да успокойтесь. Да, он у женщины. Но она ему в матери годится. И простите, у меня такой деликатный вопрос. А вы кем приходитесь, Артем? Я и сама не знаю. Понимаете, у нас с Артемом был роман. Потом он познакомил меня с Олегом. Ну, в общем, я взяла тайм-аут, чтобы решить, с кем из них я хочу быть. Понятно. А вы дайте мне адрес офиса Артема, я хочу с Олегом поговорить. Да, конечно. А когда я могу увидеть Артема? Я думаю, что скоро, если он, конечно, этого захочет. И у меня еще к вам просьба. Вы Олегу не говорите, что Артем нашелся. Я сам ему скажу, хорошо? Хорошо, как скажете. Спасибо. Думаете, Олег причастен к нападению на Артема? Ну, во всяком случае, мотив налицо. Нет соперника, у Анны нет выбора. Она остается с Олегом. Вот только непонятно, что он на рынке делал. Ну, Анне он сказал, что поехал в командировку. Может быть, Олег знает. Вот, кажется, приехали. Интересно. Что интересно? Вот эту машину я видел на парковке у рынка. Как раз тогда, когда на Артема напали. Я еще обратил внимание, номера не местные. Побудь здесь, подожди, вдруг хозяин объявится. А если не объявится? Ну, если не объявится, спрошу у Олега. Должен же начальник службы безопасности знать, кто у них и на чем ездит. Ну и что, детектив, вам от меня надо? Меня попросили разыскать вашего начальника, Артема Сильверстова. Кто попросил? Я не могу разглашать эту информацию. А у вас есть какие-нибудь предположения, где он сейчас может быть? Никаких. Знаете, это просто какая-то загадка. Сами понимаете, мы тоже занимаемся его поисками, пока безрезультатно. Друзья уверены, что он в командировке, а на работе Артем сказал, что едет в отпуск отдохнуть, а сам как в воду канул. Вы знаете, если бы я не знал Тёмку тысячи лет, я, наверное, решил, что он просто где-то загулял и скоро вернется. Ну, спасибо вам за информацию. А можно один личный вопрос? Валяйте. Там на стоянке я видел машину, такой серебристый фургончик. Вот себе хочу такой же купить. А, это Димки Голубцова, нашего менеджера. Машина – это практически все имущество, которое у него осталось. Он работал в нашей фирме 5 лет. Потом вдруг решил, что больше не хочет работать на дядю. Уволился, заложил квартиру, взял кредит. У Тёмки занял. И открыл фирму. И, как я понял, прогорел. Ну да, бизнесмен-то он никудышний. Тёмка его пожалел и назад взял. Димка, кстати, еще ему кучу денег должен. А я возьму вашу визиточку на всякий случай. Пожалуйста, пожалуйста. Вот так. Наручники сними. Что тебе надо? Слушай, постой спокойно 5 минут, а? Сейчас кое-кто придет и разберемся во всем. Так, а что происходит? Пожалуйста. Хозяин тачки. Хотел с ним поговорить, а он грубить стал, кулаками размахивать. Ну, пришлось наручники его. Ты что творишь-то? Сними немедленно. Беспредел какой-то. Я тебе сказал, некогда мне. Вообще, кто такие? А я частный детектив, и вы простите за грубость моего помощника. Мы хотели с вами поговорить об Артеме Сильверстове. Его пытались убить. Убить? За что? Ну вот, с этим мы пытаемся разобраться. Я слышал, вы ему крупную сумму денег должны. Так вы меня подозреваете? Ну, деньги обычно бывают мотивом преступления. А вот эта машина была на месте преступления. Как раз 13 числа, когда на Артема напали. 13-го я весь день на работе провел. А потом мы с женой ездили тещу навестить. Да и вообще 13-го машины у меня не было. Я ее Олегу Ивановичу одолжил. Данилова? Начальник службы безопасности? Ну да, ему. Он сказал, что собрался с друзьями на рыбалку на пару дней. Ну и попросил машину. А у него легковушка, у него фиг чего влезет. И как долго Олег рыбачил? Сколько он на работе не был? Ну, дня 4. Ну да, с 9 по 14. Вы можете ехать домой. Ну спасибо, разрешили, детективы, блин. Как раз 9-го Артем появился на рынке.
А 13-м на него напали. Ну да, в это время как раз Артем был на рынке. И я подозреваю, что его приятель — это Олег. Что делать-то будем? Ну, сейчас пойдем в гостиницу, переночуем, а с утра наведаемся к Олегу в офис и проверим алиби вот этого гражданина. А, детектив? Проходи, присаживайся. Что-нибудь случилось? Да я буквально на одну минутку. Мы нашли Артема. То есть, как нашли? А я смотрю, вы этому не рады? Рад? Конечно, рад. Я просто счастлив. А где он? Да он в соседнем городке. Он в больнице. Понимаете, какое дело? Он стоял на рынке, просил милости. Кто-то проломил ему голову. Но сейчас все в порядке, он идет на поправку. Артем просил милостыню? Зачем это ему надо? Вот как раз сейчас мы пытаемся это понять. Да. А добрый день. А это отдел кадров? Нет, это служба безопасности. А отдел кадров не подскажете где? Дальше, по коридору. Ну, в общем-то, не смею вас задерживать. До свидания. Так что ждите Артема, он скоро вернется. А Олег очень удивился, когда ему сказал, что Артем жив, как будто он был уверен в обратном. А я поговорил с коллегами Голубцова, но алиби полностью подтвердилось. 13 числа он действительно весь день провел в офисе. Да я и не сомневался. От нападения на Артема явно замешан Олег. Ну что, давай посмотрим, чем он занимался после моего ухода. Смотри-ка, он сразу стал кому-то звонить. Ты сказал, что сделал все как надо. Ну ты же сам видел, он не дышал. Здоровый гад оказался. Ну раз очухался, но... Да меня это не волнует. Я заплатил тебе такие бабки. Что теперь делать прикажешь? Все планы на смарку. Козел. Ну что, похоже, что Артема заказал Олег. И похоже, что он присутствовал при избиении. Ну, дело за малым. Осталось выяснить, как Артем оказался на рынке и кто его избил. Этим пусть займется Наташа. Наташа, записывай номер. 8-946-584-37-14. Это номер телефона Олега Данилова. Надо узнать, кому он только что звонил. Да, это очень срочно. Ну, глядите. Куда это он собрался? Рабочий день вроде только начался. Сейчас узнаю. Детективы наблюдали за Олегом. Он приехал к дому Анны Лысак. Да, Наташ. Молодец, хвалю за оперативность. Так. Очень интересно. Все, я понял, спасибо. Номер, по которому звонил Олег, принадлежит Виктору Ивановичу Семагину. Семагин, Семагин. Что-то знакомое. Где-то я это уже слышал. Ну как где? На рынке ты это слышал. Это же Иванович, милиционер. Так что, пора эту шайку накрывать. Обещаю, что сделаю тебя счастливым. Я готов ради тебя на все. Простите, Олег, но я вынужден прервать ваш пламенный монолог. Как вы меня достали? Что вы здесь делаете? А знаете, Олег прав. Ради вас он готов на все, даже избавиться от Артема. Что вы такое говорите? А давайте в квартиру зайдем и там поговорим. Прошу. Олег уговорил некого Семагина, чтобы он убил Артема. Как вы узнали? Ну, у меня есть свои методы. Так значит, это правда? Ты ничего не понимаешь. Аня, я тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты досталась ему. Он тебя не даст. Не смей меня трогать! Ну, а в нищиках зачем переодевались? Это было пари. Она должна быть со мной. Отступись, Олег. Почему с тобой? Я могу дать ей все, чего она достойна. Анна принцесса. А принцессы живут во дворцах. А не в двушках на окраине. Ну, положим, у меня не двушка, а трешка. И, между прочим, в центре. Но речь не об этом. Ты, Артем, испортился. Зажрался. Раньше был простым парнем. Ходил в рваных джинсах. Ездил на старом мотоцикле. А сейчас посмотри на себя. Сигары, яхты, машины. Да тебе даже в палатке золотой унитаз подавай. Мне? Золотой унитаз? Да мне нафиг все это не нужно. Все эти сигары, машины. Статус такой.
По-другому нельзя, засмеют. Статус? Да ты просто по-другому уже не можешь. Я не могу. А давай поспорим. А? Главное условие пари – прожить как можно дольше в другом городе. Без денег, мобильных телефонов и тому подобного. Кто первым сдастся, тот отказывается от Анны. Дураки. Влюбленные дураки. А Иваныч откуда взялся? Я после армии в милиции работал вместе с Семагиным. Потом, когда ушел к Артему, встречался с ним иногда. Он по пьяни и истории разные про рынок рассказывал. Там среди местных бомжей убийство обычное дело. А в ОВД, чтобы отчетность не портить, криминальные трупы списывают, как несчастный случай. Я чуть не выбрала тебя, мерзавец. Мне нужно увидеть Артема. Можете поехать с нами. На выход. Передав Олега наряду милиции, детективы вместе с Анной отправились к Артему. Аня. Тема, Темочка, милый. Артем, покушение на вас организовал Олег. Я догадался. Ну что, как работается? Да так, потихонечку. Может, и вы еще подадите? Конечно. С удовольствием. Олег, помоги! Шапка нет. А почему вы ничего не хотели рассказывать? Думал, очухаюсь и разберусь с Олегом по-мужски. Ну, теперь-то это вряд ли получится. Суда он будет дожидаться в тюрьме. Может, так оно и лучше. Данилов и Семагин находятся под следствием. Артем поправился и женился на Анне. Они часто приезжают в гости к Ирине.